Всем привет! Сегодня получила очередной свой заказ с Валберис, с аптеки. Ну, лекарства заказывала. Детский мир тоже также заказываю через девочку. Девочка с России, она мне предложила, говорит, давай ты будешь заказывать, я буду это все получать, потом соберется посылочка и отошлю. Сейчас я покажу, что я получила, заказала. Вот это вот, вот такой вот рюкзак для Артема, для тренировок. Очень хороший, он такой легкий достаточно. Ой, не помню, сколько он стоит. И здесь вот есть кармашек, чтобы убирать сюда телефон, чтобы он не валялся там в рюкзаке. Такой вот обычный рюкзачок. Это для Тёмы, для тренировок. Также вот три разных размера зип-пакетов. Это для заморозки ягод, фруктов, зелени, овощей можно, все что угодно. Также лекарства для Илюши. У нас такого нет, именно детского нет. Взрослые таблетки есть, детского нет. Тоже заказывала. Все это оплачиваю, ну, скидываю деньги. Девочка оплачивает и заказывает. Вот это вот, я не помню, для чего я это заказывала. Честно, не помню. Надо посмотреть по своему рукоделию. Вообще, что это и зачем, уже не помню. Но заказывала. Также глазки. Чисто черные упаковку взяла, потому что у нас они очень дорогие. А на Валберис, если заказывать, то дешевле намного выходит. Два бампера взяла себе. Один такой вот прозрачный, с такой картинкой. И вот такой вот интересный. Это для телефона я взяла. И вот такой вот чехол, книжка. Тоже для телефона. На данный момент у меня на телефоне одет бампер, но он уже весь потерся. Вот такой вот красивый кошачий взгляд. Так, что еще взяла? Два контейнера. Один для Илюши, один для Тёмы. Вот такой большой, так как у нас Тёма в один день у него две тренировки и тормозка, надо побольше брать. Взяла вот такой контейнер. Он двойной. Видите, смотрите, даже вилочка, ложечка есть, но нам она не пригодится. С одной стороны вот тут цельное такое отделение, даже шарики в подарок положили. Спасибо за заказ. И второе отделение там получается на три разделено. Ой. Вот такое вот. Разделено на три. И я уже смотрю, здесь есть брак. Вот такая трещина. Но вернуть уже мы не вернем. То, что заказ-то лежал у девочки. Две недели уже прошло. Я не знаю, то ли это в пересылке. Хотя в пересылке не должно было треснуть. Вроде в коробке оно было. А там не знаю. Может, при пересылке деформировалось. Может быть, уже получили такое, да не заметили. Не знаю. Ну, короче, постараюсь это все заклеить дело. Клеим и будем пользоваться. Так. Также заказала набор вот таких вот книг для Илюши. Будем читать. Мне понравилось. Я просмотрела их все. Мне понравилось, что здесь яркие картинки, крупные буквы. Здесь, по-моему, 12 сказок. Вот. Вот так вот, видите, как четко напечатаны буквы, яркие, красочные такие картинки. Будем потихоньку читать с Илюшей. Баба-яга, два жадных медвежонка, колобок, гуси-лебеди, лисичка, кот в сапогах, репка, три медведя, рукавичка, Машенька и медведь, теремок. И курочка ряба. Да, 12 сказок. Вот таких вот для Илюши. И девочка положила деткам еще вкусняшки. Вот по такому батончику. И их нелюбимые конфетки фрутелла. Клубничные. Клубника со сливками. Это любимые конфеты для детей. Так что спасибо большое девочке, которая помогает нам с заказами, с доставкой, с пересылкой. Огромное ей спасибо.
Ну, будем по чуть-чуть опять заказывать, набирать. Может быть, эту посылку не отослали. Нам главное, надо было лекарство, а остальное могло полежать. Но так как из-за лекарства пришлось собрать посылочку. Ну и посылочка вышла вот такая вот коробочка. А, там еще и орешки деткам положила. Вот такая вот коробочка получилась полная. Так что огромное спасибо. Вот такие вот у нас были заказы. Еще что я заказала, получила. Это вот такая вот книга. Это для Артема на 23 февраля. Подарим ему вот такую вот книгу. Он очень любит вот этого, как его назвать, блогера. Я ее убираю, прячу, чтобы ребенок ее ненароком не нашел. Также развивашка для Илюши. Вот такая вот. Здесь вот ставится слово. И буквы надо вставить вот в эти ячейки по слову и прочитать. Очень познавательная такая развивашка и увлекательная. Ну, это тоже хотела подарить, но досталось сейчас, потому что сейчас мы читаем, это очень надо. Также для Насти. Настя давно искала вот такие вот духи. А это у девочки в наличии было здесь, в Енакиево. И они стоят 1300 рублей. Вот такие вот духи. Ну, Настя придет, распакует их. Я потом покажу, какие они распакованные. И тоже здесь в Енакиево уже заказывала с Валберес вот такую папку. Наша папка совсем порвалась за 2 года. Ну, конечно, это поменьше, чем наша была. Но она и стоит дешевле. На Валберес она 163 рубля, а так она 190 выходит. Получается. И зашла в магазин, были в городе, зашла в магазин, купила Артему трусики. 520 рублей, 2 штук. Турецкие, мягенькие, хорошего качества. Трусики. Надо постепенно подкупать, парень растет, и на него уже все маленькое. Вот такие вот темно-синие и серые. Сейчас он придет, что-то хочет взять. Илюша, жди его тут. У нас настала самая настоящая зима. Тёма, там не надо. Не надо, не надо. Там сейчас накидает снега, а соседи будут выходить, падать. И снег, не прекращая, метет и метет и метет. Детям радость. Спрятался. Боня. Боня тонет в снегу. Боня. Да. О, не надо, Илюш. Не надо на нее снег. Тёма лавочку почистил, а то сугробы насыпали хорошие. Снежок. Да, Боня? Боня как зайчик тот. Прых, прых. Не надо до земли копать. Давай.
я. Нет, по очереди. Теперь Илюша. Снег сыпет и сыпет. А кто это делал? Нет, то папа чистил дорожку. Давай. Опа! Илюш! Ага. Круто. Честно, я уже замерзла. А детям хоть бы шо. Сейчас, Илюш. Давай, Тём. Давай. Опа. Опа. Залазь, залазь, залазь. Никак. А, ну гляньте на меня оба. Посмотри, Илюш, Тём, встань там и смотри на меня. Стой, Илья, смотри. Круто. Да. Всё, смотри. Угу. А вот я спрыгну. Прыгай. Ребята, хочу с вами поделиться вот таким вот подарком, можно так сказать, для деток. Это нам девочка скинула мне денежку и сказала, дашь деткам, пусть себе купят что-нибудь, чтобы сами купили. Короче, по 200 рублей скинула девочка детям деньги. И сейчас хочу показать, что они сами себе купили на 200 рублей. Вот это чек Илюшин. И теперь будем смотреть по чеку. Карамель. Вот такая вот карамель. Илюша любит вот эти тофи. Конфеты. Они стоят 350 рублей. Он взял 100 грамм. 154 грамма на 53 рубля. Так, дальше у нас мармелад. Вот такой мармелад тоже у нас Илюша любит. Он стоит 53 рубля. Чипсы. 50 грамм стоят 59 рублей. Краб. Попкорм, но его здесь нету. Стаканчик попкорма 35 грамм стоит 38 рублей 40 копеек. Попкорн съел Илюша, не выдержал. И печенье стоит 15 рублей. Вот такое вот печенька. Ну, тут ему 200 рублей не хватило. Мама добавила 17 рублей ребенку на такие вкусняшки. Я вообще не ожидала, что они такое что-то купят. Я думала, может, там жвачек наберут или еще что-то. А нет, они взяли именно то, что любят. Теперь Артемчик. Артемчика чек мокрый, потому что играл в снегу, а чек был в кармане и намок немножко. Так, купил свои любимые конфеты. Тоже взял 100 грамм, говорит, хватит, чтобы ему осталось что-то еще купить. Конфеты вот эти по 559 рублей. На 58 рублей взял Илюша, ой, Тёма конфет. Также взял Тёма два контика. Они с Илюшей вместе съели напополам. Контик по 38 рублей. И чипсы. 81 грамм, но это большая пачка. 88 рублей. И вышло 184 рубля. Еще 16 рублей у Тёмы сдача. Вот такие вот покупки у деток. Спасибо огромное за гостинцы такие в виде денег. Ну, дети купили себе сами. Там и обговаривалось так вот. Денежка деткам для вкусняшек, чтобы они сами себе купили. Так что спасибо огромное. Вот такие вот вкусняшки. Идем на горку. Всем привет. Всем привет. Пошли, пошли, Тём. Тёма везет Илюшу. Я ледянку несу. Илюша в пакете тоже ледянка. Снежколёк и лопата. Почти пришли. Боня всех обгавкала. Прохожих. Побежали.
Но снег уже тает. Сегодня уже плюс 10. Вчера намело такие сугробы. Сегодня тает. Как раз можно снеговика возле дома слепить. Зачем им санки, зачем им ледянки? Им так нравится. Снег уже тает. Там он горку вообще до земли раскатали, растаяло. Илюша у нас в темной курточке. Наконец-то дорос. И штаны. В начале зимы одевали, было еще большое все. Сейчас уже все как раз. Еще и на следующий год хватит. Скоро будет красивый снеговик. Илюша, то ты уже большой накатал. А то папа возьмет. Тем, не лезь к нему. Один снеговичок готов. Там дети еще лепят. Один. Илюша старается, старается. Катает. Он сразу большой. Лянь какой тоже большой вон там накатал возле велосипеда. Да? Отвалился кто-то. Глянь на меня, Илюш. Что? Ой, Лянь. Стой, шапка. Дай я сниму капюшон.